Идти взять прыжок. Всем привет, всем добро пожаловать на канал Welcome Hell. Это я пока не сделал настройку. Я подумал включить геймпад, но геймпад у меня тогда микрофона не будет. А камеры, камера тогда не будет. Так что давайте Аквала ВСДФ. Ну, короче, это инсайт. Это переделанный, короче, инсайт. Только не девушки. Я описание прочитал. Если что-то. Смысл игры в том, то, что мы играем за девушку, которая изучает мир до конца. Вот я прям в той же говорю. До конца, конца мира. И мы типа исследуем мир. Стало. Идти. Да. Конец мира. Ага. То есть мы. То есть мы кто-то или что-то. Что не. Мы кто? Кто мы? Это на Лимбо вообще было. Потому что игра в Лимбо мне, скажем, не особо понравилась. А вот Инсайт мне понравился больше. Инсайт мне больше понравился. Блять, это что, это ее максимальный бег? Я думал, с помощью F, наверное. Блять, что ты что-то борода чешешь? Борода чешется. Это загрузка была? Красная. Начало, блять, начало такое же, как в инсайде, вот в точь начало. Красный типа. Все равно то, что я буду, ну, буду отвлекаться на то, что я сейчас. Я вообще подумал, я бы написал бы историю. Это мать сына из игры Inside. И она хочет узнать, что случилось с ее ребенком.
Тогда я не понимаю, тогда зачем? Понятно. Пока, типа, у него головоломка легкая. И это загрузка, наверное, типа сохранение. Сейчас. Геронимо! А по сути, оно же куда-то бежит. По сути, оно же куда-то бежит. Опять! Сука! Опять инсайд! Опять инсайд! Подожди, стоп. Взять направо вниз, S. Я просто хочу правильно посмотреть. Почему сейчас-то не работает? Нет! Это баг был. Это, блядь, был баг. И игра не считала то, что я умер. Подожди! Стоп, чего? Раз. Смотрите, это вся игра? А что так мол-то? Это вся игра? Я не могу. Вот здесь, короче, были псы, и я помню псов и людей, ну, типа полицейские, полицейские собаки, которые меня хотели съесть и убить. Почему-то. А, да-да. Я вот такой. Ну как я понимаю, это сохранение.
Это, блин, зачем это мне сюда? Сейчас пока не ясно. А! Луна? Что-то время быстро как-то идет. А что если это те полицейские? А почему бы и нет? Это те типа полицейские стали это одна и та же вселенная, только в разных, ну, в разных вселенных. В разных типа вселенных. Дурак, что ли, Витя? Ты что делаешь? Если что, я вообще сижу на одном месте. Валет он. Ну ёб твою мать! Сука! Ёб твою мать! Бля, первая смерть! Сука, первая смерть. Блин, ну ё-моё. Я сначала вообще думал, это великаны. Ну, типа, история с великанами. Ну, типа... Если честно, 14 минут. Не поклоняются. Они поклоняются этим херням. Значит, они типа. Они кто-то. Ну потому что я не могу назвать. Так.
помочь или что? Быстрее бы, блядь, пройти бы это место, бы. Оно мне вообще не нравится. Оно мне вообще не нравится, это место. На самом деле я что-то я все равно не успею. Может быть, подожди, стоп, а я могу войти внутрь? Я могу вот тут вот пройти. Нет. А что если я? Я тогда видите, вторая смерть. Я тогда не понимаю, что надо делать. Да ёп! Да ёп твою. Четвёртая. Я тогда не понимаю, что надо делать. Я реально не понимаю, что надо делать. Я понял прикол, я понял. Ёшкин матрёшкин, кошкин ворошкин. Ух, блядь, я сначала, четыре уже смерти. Четыре или пять уже смертей. Пожалуйста, займись чем-то, занимаешься. Чем ты занимаешься? Сука, с первого раза, блядь!
Поднимись, поднимись, поднимись! 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 Я ебу Алибабу официально! Не, эту игру я пройду. Чё, пипец тяжелый. Шучу. Иди куда шел. Мы еще проснулись, потому что я такие вообще. О! Огонь! Я лучше подожду, пока он пройдет. Может, идет война? То есть те люди... Может быть, те люди... Может, люди атакуют их? Они убивают монстров? И эти, они просто хотят спрятаться, обижать вглубь леса. Да, это сохранение. Короче, это я понимаю, это сохранение. Да. Это так сделано специально, как будто я убил, и меня поймали. Нет. Ну, я успел сбежать. Я же сказал. Все, остались только типа теперь. Да, они, видите, они, скажем, люди уничтожают, типа, природу. Короче, наступил конец света. Блять. Беги! У меня 6 секунд. Да, потому что я перед этим купил его, посмотрел. Я побегу после этой атаки. Побежали. Побежали.
Я лучше подожду. Крутить. Я это взял. Бля. Я понял. Бог. Вот интересно. Да, не задел. Семь. Это за... да, сейчас, ну, типа, будет шутка, а, из того, что это девка, ну, короче, это девка или парень, а, из Файнет, нет, не Файнфлин, как он наверное назывался, короче, там везде девка в желтом костюме была, перевелась черная, да-да, но это не шутка, потому что, когда один человек уже пошутил, они уже не станут шуткой. Понятно, не туда. А! Нет. Да! Я так и знал, то, что она упадет. Кстати, двигаться не могу. В плане в том, то, что вставай давай. Скажите, ну не узнал, что это сюда. Тридцать минут. Пиздец. Как я понимаю. Еще так падает равномерно. Я вообще подумал, нам сюда надо. Типа мы должны вернуться.
мне кажется, тут великаны живут. Вот, смотря вот ну, здесь, я думаю, здесь великаны живут. Вообще, знаете, что я жду, как умру, я жду. Хорезма я жду. И она будет тоже на записи, она тоже будет проводить записи. Вот, и прикол в том, еще... Причем прикол в том, то, что я буду... Хочу сначала те пройти игры, до лета хочу пройти те игры. Потому что на следующей неделе, уже на этой неделе, в неделе выйдет этот. Нет! Сука, мне, блять, мне все правильно было, блять. Нет, все правильно было. Ой, блядь! Побежали! Нужно было прыгнуть. Пошли нахер от меня, крысы. Или кто там, скоробей. Пошли нафиг. Эй! Бля, не наглей. Сука, я все правильно же сделал. Ты чё? Я все правильно сделал. Сколько времени? 35 минут. Так, нет.
Ладно, ладно. Ну ёб твою мать! Кстати, сука, играть! Блять, играешь, сохранился! И не наглей! А? Не наглей! Блять, играешь, сохранилась! Да еб... Ты, блядь, меня... Блядь, ты меня, блядь, в ужас! Блядь, сука! Блядь... Выведешь! Да еб твою мать! Мы должны спускаться или подниматься? Сука, то мы спускаемся, то мы поднимаемся. Это какая-то... Ну я типа как слышал. Сначала тут сначала хочу так попробовать. Да. Нет, стоп. Могу я в другую сторону? Подожди. Ну, тут ушла-то. Если, как я понял. Должны как-то соприкасаться, вот только я не понимаю. Вот только не понимаю.
Вот! Блять! Видел! Сука, как в этот тайминг-то, блять, попасть? Вот! Я же сказал, тайминг, блядь, тайминг! И чё? Ну, поплыл, поехали. Этот куб, прям, знаете, на что похож? Помните, я играл в этот, или стримил, или не помню, или стримил, или я играл The Room. Смысл там, короче, был в том, там было очень много загадок. И вот этот куб, он реально похож. Ну, не понимаешь ты. Чё встал-то? Ой! Да, блядь. А, ну, спасибо. Вообще, я не говорю, дракон. Тентакли! Блядь! Не нахер! Иди нахер! Что за тентакли ещё?